Это своему сыну. Мне он не верит. А где он? Ты знаешь. Знаешь, чего мне больше всего не хватает? Бад мог ловить мяч. Неважно, как сильно ты его бросал. Ловил всегда. Почему мы постоянно переезжаем? Это последний раз. В прошлый раз ты тоже так говорил. Да? Да. Ты сказал, что мы уедем из Калифорнии и переедем в Вирджинию, и ты будешь работать в Вашингтоне, и больше мы переезжать не будем. Похоже, что я много наговорил. Так почему Лондон? Лондон — это безопасное место, где мы все можем быть вместе. И больше не переезжать, обещаю. Однажды, когда ты повзрослеешь, я расскажу тебе, почему нам пришлось так много переезжать. Такой особенный мальчик. Мистер Стейн, вы определите, что это тело вашего сына Роберта Стейна? Он заслуживал лучшего. Кто-то его обманул. Пообещал одно, а получил совсем другое. Вы знаете, что я сам одевал его до 13 лет? Заботился о нем, покупал ему одежду. Он был очень доверчивым. Его подвели люди, с которыми он работал. Кто это был? Кто хотел нажиться на этой сделке? Мы не можем говорить об этом деле, мистер Стейн. Я понимаю ваше горе, но для вашей же собственной безопасности оставьте это дело профессионалам. Да. Я это сделаю.